Что касается жителей, которые были отселены в санаторий «Мечта», это на сегодняшний день составляет 7 человек с улицы Ясной и 9 человек с улицы Бунина. До начала отопительного сезона будет принято решение по их отселению. Скорее всего, это будет либо общежитие ОГЭД, где есть все условия для проживания. Там недавно был сделан ремонт Королева 16. Либо это будет маневренный фонд, по которому сейчас тоже принимаются решения, в частности, по жителям с Ясной улицы. Вот, пакеты документов, насколько мне известно, люди подали для отселения в маневренный фонд. Это квартиры городские, которые предоставляются именно для таких целей, для временного проживания, пока не восстановлено жилье пострадавшей стороны. В данный момент, вот с первого дня после обрушения, ведутся и не прекращаются работы по улице Ясной, в частности, снятие аварийных элементов, консервация после снятия аварийных элементов самого здания. И два пути решения вопроса. Это либо путем инвестирования, нахождения инвестора для восстановления данного дома, либо из городского бюджета выделение средств для восстановления этого же дома, каким он был. Действительно, я подтверждаю, что первый этаж на Бунина занимали предприниматели, которые вели свою хозяйственную деятельность. В данный момент эти предприниматели участвуют в восстановлении покрытия кровельного. Мы проводили неоднократные совещания вместе с бизнесом, вместе с жителями, пришли к общему мнению. Был разработан внутренний проект, его оплачивали предприниматели. Сейчас там уже ведутся работы. До холодов, я думаю, что крыша будет восстановлена. Это Ясные все. Работы ведутся, они не останавливались. Угу. То есть после окончания, они уже окончены, снятие аварийных элементов. Сейчас уже мы там проводим консервацию здания для этого избежания попадания внешних осадков в здание, чтобы оно не разрушалось. Там всегда находилась охрана, там всегда реагировала полиция, сотрудники наших коммунальных предприятий и сотрудники подрядчика. То есть здание без присмотра не остается. Ну, вы правильно сказали, я доложил ситуации, которая сложилась на космонавтов 64А Жемана Дмитрию Александровичу. Было принято решение сделать выездное совещание при Малиновской администрации. Присутствовали на нем и жители, и СМИ. Путем договоренности с жителями мы помогли восстановить участок трубы, который был поврежден. Вода была подана в тот же вечер. Что касается света, в данный момент необходимо, мы жителям донесли, что им необходимо согласовать действия с собственником здания. Там отсутствует прибор учета и отсутствуют предохранители в поэтажном щите. То есть кабель мы помогли им восстановить, ключи от обоих помещений, где находится доступ к коммуникациям, находятся у жителей. Поэтому сейчас надо, чтобы жители договорились с собственником.